Пауза между получением знаний и усвоением. Всегда к месту остроумная ремарка, находчивое замечание, заметка, благоприятствует. Обсуждение предмета и действия благоприятствует. Необходимо отслеживать реакции и понимать, почему ты так себя ведешь, анализировать. Самонаблюдение без неврастеничного самоуничижения. Людям трудно пользоваться верным критерием, чтобы понять полностью то, что они делают. На стадии едкого и меткого острословия. Глубокого и досконального самоизучения. Акцепт острит. Делая это автоматически, он совсем не контролирует себя. Практически он легко предается оргии самоанализа. Донор следит, как реагирует акцепт. К внешности и сочетании сосуда, а его содержимого необходимо присутствие рядом учителя. Обязательно прямое воздействие донора. Необходимо присутствие рядом учителя.